Приветствую всех на моем канале. Я сегодня буду готовить не совсем обычные тефтельки. И значит, для них мне понадобится вот фарш. У меня телятина, смешанная вместе со свининой. И здесь у меня чечевица, которая была замочена на 5-6 часов примерно в холодной воде. И она сырая, но именно замоченная. Также мне понадобится одна небольшая луковица, яйцо, черный перец, соль и сушеный имбирь. Сейчас мне надо измельчить эту чечевицу. Я буду делать это в комбайне, но можно смолоть и на мясорубке. Чечевицу буду измельчать вместе с луковицей. Итак, в фарш я добавила яйцо. И сейчас добавляю сюда молотую чечевицу вместе с луком молотым. Добавляю сюда молотый имбирь. Можно любые, кстати, специи брать. Какие вам нравятся. Черный перец тоже молотый. И соль. Забыла добавить, что я еще добавлю сюда примерно 1 столовую ложку оливкового масла, потому что у меня фарш достаточно постный. Если у вас жирный, то не надо добавлять. И все, теперь это все надо перемешать. И вот так, когда перемешиваете, немножко как бы отбивайте этот фарш, вот так собираете комочком и бросайте в миску. И теперь я беру и вот формирую тефтельки вот такого примерно размера. Можно чуть больше, чуть меньше, это уже по вашему желанию. Вот я делаю вот такие средненькие. Примерно как с крупный грецкий орех, приблизительно. Это мой любимый размер. Итак, вот у меня получилось 12 тефтелек. Вот такие они. Итак, я взяла глубокий сотейник и сейчас поджариваю на оливковом масле одну небольшую луковицу, которую я нарезала мелко. Лук не надо слишком долго поджаривать. Так, немножко спассеровать его, чтобы он стал прозрачный, сладкий и мягкий. Добавила примерно стакан протертых томатов, которые у нас называются пассата ди помодоро. Добавляю сюда стакан воды. Добавила соль, перец. И теперь я добавляю немножко куркумы. И пару капель вот такого соевого соуса. Вот. И кумин. Ну, буквально где-то чайную ложку. Так, соус у меня покипел примерно 5 минут, и теперь я добавила сюда тефтельки. Сейчас накрою крышкой и буду тушить их минут 10-15 с одной стороны и минут 5-6 с другой, примерно вот так. Ну вот и все, тефтельки готовы, они у меня тушились приблизительно минут 15-18, вот так. Сейчас я засыпаю сюда нарезанную петрушку и базилик. Можно любую зелень. И потом накрою крышечкой и пусть они постоят еще минут 5-6 еще. Пусть постоят, потомятся. Огонь уже выключен. Просто вот так будут томиться в горячем соусе. Посмотрите. Сама нежность. Просто объедение. Такая вкуснятина. Я вам передать не могу. Пальчики оближешь. Это просто прелесть. Всем советую готовить такую вкусняшку. До свидания и встретимся в новых видео. Пока!